Ничего не научился, а только приобрел пару упражнений, над которыми нужно работать и развиваться. Так, большое спасибо тренерам за урок, ребятам. Видно, что все стараются, хотят победить, закрепиться в плей-офф. Ну и, соответственно, остаться в КХЛ. Пожелать им удачи только. Вот вы с Дмитрием Кагарельским в параллельных классах учились. Сегодня пообщались тоже на льду? Ну, так, пару слов перекинулись. Давно не виделись, не общались. Буквально за здоровье, за семью, все. Ну, удачи пожелали друг другу. У вас такой интерес к хоккею из-за Кагарлицкого или все-таки у самого как-то проявилось? Нет, у самого. Общие друзья просто пригласили однажды поиграть. И все, и осталось желание только играть в хоккей. Футбол шел на второй план. И все. Буквально послезавтра у нас будет финальная часть «Северсталь Селект». А насколько вы готовы к этому и готовы же потом сыграть уже за главную команду? Готов. Сегодня пойду на тренировку как раз готовиться к себе. Отрабатывать катание и все остальное. И, конечно, готов. Вы увидите меня другого совсем. Самое главное, у парня желание огромное есть. Конечно, как бы в техническом плане ему работать и добавлять, но понятно, что он не профессиональный игрок. Но, говорю, желание у парня, а это самое главное. То есть, когда есть желание работать, есть желание что-то доказывать самому себе прежде всего. То есть это нормально, это очень хорошо. Есть над чем работать, да. Это катание, переходы, спина, лицо, это все самое главное в хоккее, это катание, ну и бросок. Хоккей!